Ну что, снова здравствуйте. Вот вылетел сегодня один зелененький птенчик от тех верхних. От этот слева уже дня 4 как вылетел от вот той справа пары. Там еще выглядывал такой же желто-зеленый. Вот здесь сидит самка на домике. Еще синий, темно-синий выглядывал. Только буквально вот вылетел. Пару минут. Его поймаем, посмотрим, что там он. Ну, а тот давно вылетел. Две пары. Еще два выглядывают, не знаю, уже там не смотрел, что там, ну, вроде бы, пока все живые. Перед этим стою, рассказываю, а запись не включил. Такая фишка у меня бывает. Завтра, может быть, поставлю еще видео, как мы отмечали 9 мая. Был у нас автомобильный пробег по панайским позициям. Наверное, заехали. Ну так, ничего не снимал. Ну, где-то десяток памятников посетили. Возложили венки. Перед этим их побелили, покрасили. Тут с помощью общественности распределили их. Короче, посмотрите. Так, немножечко снял. Начал монтировать. Так, я думаю, минут на 10 получится видос. Кому интересно, да, может, завтра, послезавтра выставлю. Смотрите, кому не интересно, конечно, не смотрите. Про попугая еще так много не снимаю, потому что все на гнездах, все сидят. Вот выглядывал, а сейчас не хочет выглядывать. Тут мокрый, уже влез в воду. На улице холодно, дождь идет, где-то градусов 18. Такой коротенький видосик. Посадил пару канареек, тоже попробую весной. Самка одна еще линяет, а одна уже полиняла. Ну, а сейчас попробую, сейчас покажу вам. Вот, пару посадил. Самец оранжевый, самка желтенькая. Не знаю, получится, не получится. Самка молодая, только год, не знаю. Попробуем. Не получится, пойдет вольер. Там два гнезда, какой займет. Так вроде в одно начало тягать, но что-то я не уверен. Шатается, плохо видно. Так, ну что, вроде бы. Посмотрим, может, такой волнистик вылетит. Певчий скучает. Самка вроде бы начинает кладку делать. Тоже не лезу, но его нафиг. Сядет, не сядет. Ну что-то я не видел, чтобы он ее покрывал или как-то. Ну, будем посмотреть. Ну, пока и все на сегодня. До следующих видосов.